Черта с два, я вам расскажу, как меня звать и каково мое прошлое. Пускай это останется тайной и не дойдет до каких-нибудь легавых. Эта история совсем о другом. Уже который день мы были в плавании, возвращались домой. Но внезапно на судне что-то произошло. Я очнулся на берегу от слов «Вставай!». Последние слова, которые я услышал, то, что я избранный. Наконец, солнце пригрело, и я очнулся. Я не понимал, где я нахожусь. Мой корабль, черт возьми, пошел ко дну. Надеюсь, хотя бы команда осталась цела. Надо их срочно отыскать. Что за захолустье, черт подери? Что, мать вашу, это еще? Боги. Твою ж то мать, даже когда мы были... даже когда мы были наемниками, мы себе такого не позволяли. Оставить трупы на солнце, господину Иванище. Может, кто-то укрылся здесь? Кто-нибудь из моей команды? Кто-нибудь из местных, у кого я могу попросить помощи, узнать, где здесь ближайший, чертова подери, порт. А тут-то и заберусь. Эх. Ни в коем случае, я не мародер. Я просто беру то, что необходимо мне. Эй! Есть кто? Эй! Судя по всему, никого. А это мне пригодится. Загляну-ка в соседнее здание, быть может, там есть кто. Господи, ну и вонище же от этих трупов. Никого не видно. Эй, хозяева! Нет никого. Ладно. Святые угодники! И очередной труп. Да что ж тут творится-то такое, а? Как же тебя угораздило так, дружище? Ну и вонище от тебя. Судя по всему, он тут тоже довольно-таки давно.
возьми, как только отыщу каких-то законников или кого еще надо отправить сюда, чтобы разобрались в конце-то концов, зарыли бедолаг. Сколько ж полезных вещичек. А вот весло... Что? Эй, кто там? Чего? Да что за хрень тут происходит? Где труп? Да неужели ж ты встал-то и пошел куда? Что за херня? Господи, кровище-то сколько, а? Твою мать! Эй, мужик, стой! Стой, твою мать! Нет, он явно... Твою Тарас, он точно не в порядке. Зараза! А ну-ка, блядь, ляж! И не вставай! О, твою-то... Господи, у него голова просто отвалилась, как гнилой кусок дерьма. Черт возьми, да что ж тут творится-то, а? Вот же хрень. Надо отсюда валить к чертовой матери и искать хоть кого-нибудь. Кого-нибудь из команды, да хоть кого из людей. Нужно сообщить о том, что тут происходит. Господи, чертовщина-то какая. Ох, говорил мне мой дед. Не сунься в жопу мира. Вечно тут происходит какая-то хрень. Надо срочно добраться хоть до кого-то из живых, из нормальных людей, которые не будут пытаться меня грохнуть или сожрать. Тропинка-то точно куда-то меня приведет. О, там кто-то впереди. Эй! Эй! Ага. Занятно. Очередные твари. Почему я, твою-то мать, не удивлен? Пошла к черту! Давай и ты подходи. Иди к дьяволу. Вот зараза. Так, загляну-ка сюда. Быть может, тут есть кто живой? Или что-нибудь, что может мне пригодиться. Ну, конечно. Конечно. Хрен дождешься тут кого живого. Ах ты, тварь. Да падайте вы, черт возьми.
Черт, еще и дождь начался, вот... Мне везет, мне определенно везет. Или... все дело в том, что, как мне приснилось, я избранная. Так, а что у нас тут? Ага, интересно. Бла-бла-бла. Особняк. Отлично, вот туда-то мне и надо. Очень даже неплохо. Надеюсь, там хоть кто-то уцелел. Что ж, ну, может, дождь и не так уж хреново. Черт его знает, вдруг... По крайней мере, его шум скроет меня от этих тварей. Которых, судя по всему, здесь предостаточно. Ах ты, ублюдок! Твою ж тарас! Боги, как бы мне сейчас пригодился добротный меч и пару пистолей. Где тут еще кто? Что ж тут произошло-то на дороге, а? Пошла ты к черту! Да где ж ты прячешься-то? Где ты стонешь? К дьяволу. Определенно опасно. И лучше здесь поменьше крутиться. А вот доберусь до особняка, о котором говорилось, и думаю, будет полегче. Я не очень доволен, когда вас так много. Одно радует, что они рассыпаются. Действительно, как подгнившее мясо. Тут
падай, ты мерзавка! О, Господи, да что ж за проклятие-то тут? Вот и особнячок. Примерно в чем-то похожем. Жила одна дамочка, с которой я был крайне близко знаком до того, как не познакомился с ее супругом. Определенно похожее строение. Надеюсь, тут хоть кто-то уцелел. Хотя, судя по двору, не очень-то. Да, дружище, ты тут жил, твою ж то раз. Ах ты, тварь! Немало. Так, те меня не замечают, отлично. Господи, да тут еще сколько непогребенных. Есть кто? Нет никого. Разумеется, ничего удивительного. А, пули для мушкета. Твою Тарас! Ты откуда взялась? Черт тебя возьми, тварь! Так, пора для себя определить. Основные правила. Закрывать за собой двери, как только входишь в какое-то помещение. Не хочется, чтоб очередной раз за зад меня укусила такая тварюка. Тут что находят слухи о том, что они что-то нашли в каких-то изервудианских шахтах. Что-то древнее, ага, какая-то темная материя, новый элемент, возможно. Хе-хе. И думаете, здесь скоро появится куча людей? Хе-хе. Надеюсь, что нет. В пекло! Генри, спасибо за информацию, но к черту ваши места. А вот это по мне. Где вы там стонете, упыри, а? Теперь у меня есть кое-что поинтереснее для встречи с вами. Только вот чертовски мало болтов. Лучше приберегу пока. Где вы там шастаете? Ты, то что надо. Еще болты, очень хорошо. Ай, в пекло. Thank you.
Да что ж вы так орёте-то, а? Пора наведаться, наверное, в этот особнячок. Да только вот надежды мало, что кто-то есть из уцелевших в нем. Думаю, это будет неразумно орать и искать живых хозяев. Судя по воплям, которые тут, определенно в этом нету особого смысла. Божечки, сколько ж их тут набилось-то, а? Прекрасный стол. Сами короли позавидовали бы. А тут у нас что? Дети снова играли возле заброшенного дома. Хе-хе. Ладно, пускай будут наказаны и все дела. Ладно, ничего важного. Сундучок поищем на досуге. Божечки. Даже после самой отменной пьянки, после добротной битвы, мои парни не позволяли себе такого поведения. Как позволяют себе вот эти упыри, которых тут, судя по всему, набилось черти знает сколько. Дамочка, не орите так. Вы меня слегка пугаете, что ли? Боже ты мой, сколько нас там? Ну, здравствуй, житель всего здания! Больше никого, но граната на всякий случай. Отлично. Так, а тут у нас что хорошего есть? Так, еще один ножик, конечно, пригодится. Это что? Аннабель наблюдала, поэтому я спрятала кучку наверху. Хорошо. Черт с ним. Боже мой, да какие ж стоны и крики. Что ж за проклятие? Тут ты в Господа Бога поверишь с таким-то ревом. Между прочим, мой дед был отличным картежником. Всю свое детство помню его, как он с мужиками во дворе сидел да играл в карты. А потом за одну ночь он совершенно с непонятным образом превратился в, черт возьми, верующего, искренне верующего человека. Чего он ночью увидал или услыхал? И я хрен знает, но если он услышал такие стоны, такие крики, то было бы неудивительно. Черт, темнеет-то на улице. Этого мне еще не хватало.
тут у нас что? Ничего интересного. Но, по крайней мере, и нету этих упырей. Интересно, закрыто. Я так не люблю закрытые двери. Так и хочется взломать. А хоть шериф. Да. Не любит, когда я этого делаю. Хотя в пекло. Все равно здесь шерифа-то нет. Если есть, то вероятнее всего... Да. Ему я тоже этим веслом снесу к чертям руки да голову. А вот именно на таком чердачке с одной дамочкой-аристократкой я и укрывался. Ну, как я и говорил, да, до знакомства с ее мужем. Так быстро не улепетывал я еще никогда, как улепетывал от него. Опа, что у нас тут? Шел слишком быстро, позабыв свой арбалет, а его я спрятала под кроватью. Прекрасно. Отлично. Как говорится, арбалет лишним не бывает. Особенно, когда ты хрен пойми где, среди кучи кровожадных монстров. И, судя по всему, нахожусь я на острове. Судя по тем местам, где был наш корабль, когда мы... Да, еще были на нем. Ну вот и здравствуйте. Ну давайте, господа, по одному, по очереди, не толпимся, не спешим. Твою ж то мать, не размахнуться. Все пригодится, черт знает, насколько я еще тут застрял. Это у нас дверь на улицу, неудивительно, хорошо, туда я пока не собираюсь. Сперва лучше отыскать все, что может пригодиться здесь. А тут у нас, судя по всему, все самое интересное. Эй, выходи. Кто тут у нас? Вот так-то. Отойдите. Есть еще кто? Господи боги мои, что здесь происходило? Всюду кровище. Да, выглядит не очень
Судя по всему, тут-то и была основная заварушка в этом-то здании. Да, незавидная судьба. Давайте-ка приступим. Падаем, дамочки, падаем. Да что ж ты... Ах, черт возьми, не размахнуться здесь. Только ж вас набилось-то там. О, господи, хозяева будут мне должны за то, что я покрасил им стены в красный цвет. Падай. Есть тут еще кто? Ах, твою ж то мать! А ну падайте, ублюдки! Падай, чертям собачьим! И ты давай след за своими дружками! О, господи! Фух. О, черт! Надеюсь, кровь их хотя бы не заразная. Черт возьми, я весь в ней! Надеюсь, оно того стоило, и здесь я чего-то полезного хотя бы отыщу. Темень на улице. И эти ублюдки шарятся. Ягуэль. Занятное имя. Я иду за тобой, собираю все самые необходимые вещи. Мы покидаем остров. Вот, Бернард, ты самый разумный человек, который, судя по всему, здесь когда-то был. О, молоток тоже пригодится. Так вот, Бернард, я полностью поддерживаю твою идею и мысли о том, что этот хренов остров... Нужно покидать как можно скорее. Только есть один маленький нюанс. Как, черт подери, это сделать? Да и кто гарантирует, что на соседнем острове не творится такая же хрень, как и здесь? Мне бы на материк, что ли? Вроде как, тут я все обыскал, и пора на, так сказать, ужин к моим друзьям. Хотя, судя по всему, уже завтраком пахнет, светает. Ах ты, ублюдок, давай падай! И ты в пекло, и тебя туда же! Ох, вот это поворот. Ребятки, судя по всему, ваш дом чист. Но я не думаю, что они очень заинтересованы в том, чтобы вернуться в него. Тут у нас что припрятано? Сгодится. Колодец заколочен. Занятно. Может, они боялись, что кто-то может прийти из колодца?
Кстати, да, снова про моего деда. Все, что в бутылках, то самое ценное. Так он всегда и говорил. Именно с тех давних пор я и придерживаюсь именно этой идеи. И потому всегда возьму то, что есть в бутылке. А тут у нас что? Да-да-да, так, украли что-то. Ай, личные разборки нашей госпожи Ягуэль. Да, в черт возьми, а мне-то оно зачем? Все, что я узнал полезное, что кто-то есть, кто живет у перекрестка. Точнее, скорее всего, жил. Боюсь я, что живых я уже не встречу на этом острове. Хотя это моя единственная цель и единственная задача. Отыскать ребят из моей команды, либо хоть кого-то. В конце концов, на таком-то большом острове должен быть хоть какой-то порт, хоть какие-то суденышки, на которых отсюда можно убраться, если на них уже никто не убрался отсюда. И надеюсь, это были не мои парни, которые бросили меня ко всем чертям. Я, конечно, им не капитан или еще кого, но все же. Уважение ко мне какое-то да есть. А тут у нас что? Проход завален. Прекрасная идея. Как тебя там, хозяин всего имения, Бернард или как звали? Да только, судя по всему, не очень-то вам это помогло. Надеюсь, кто-то вас да похоронен. Так, стоило бы наверх взобраться, оглядеться. Оп. Йоп! Так, черт, как же тут забраться-то по этим вашим чудо-лесам? Господи, самоубийца тот строитель, который отважился по ним лазить. Опа. Отлично, взберемся на самый верх и посмотрим, что тут происходит вокруг. Опа. И вверх. Давай. Отлично. И что мы видим? Да ни черта хорошего из-за гребаных гор. Так, занятная бухта. Там у нас что, шахта какая-то, видимо. Небольшая группа построек. А там уже ни черта не видно. Но пришел я, судя по всему, с этого берега. Занятненько. Оп. Оп. Это тот что за дырень-то? А теперь вниз. Тихонько и аккуратно. Чтобы не свернуть что? Не свернуть шею. Черт возьми! Эх, покойтесь с миром, хозяева. Так, кто тот? Неужто они еще откуда-то сюда пролазят? Так, не видно никого. Совсем не... Ага. А вот и наш дружок гуляет. Так, для тебя у меня кое-что особенное. Представь себе, я решил испробовать на тебе... арбалет. Отлично.
Очень даже неплохо. Очень даже недурно. Немножко передохнул, и теперь можно отсюда нахрен валить. Да. Вперед. Прощай, прекрасный особняк, который напомнил мне о моих юных годах. Я, судя по всему, задержусь на этом острове, пока буду искать хоть кого-то уцелевшего.